Прямо сейчас мы пообщаемся на тему создания намерения в будущее, проекции. По сути, если научным языком, да, это гипноз. Гипноз, когда ты входишь в состояние будущего дня какого-то, либо ситуации, своей цели, ну, намерения, там, задачи. Но ты входишь в это состояние так, что ты буквально попадаешь закрытыми глазами в медитации, попадаешь вот в этот день, когда твое намерение реализовалось. И ты прям чувствуешь запахи, ощущения. То есть ты прям влетаешь в этот сост. И, конечно же, это закрепляется на уровне тела. Что мы делали на основе, ладно, на анализе многих таких вот выездных мероприятий, дыхательных практик, если проанализировать, немножко назад отмотать, то мы делали такие штуки. Мы делали вот эту лекцию, медитацию в АКД. Кто на Ютубе видели, да? Сейчас расскажу, кто не видел. В АКД визуальная, аудиальная, кинестетическая и смысловая визуализация, или как это, мыслеобраз, мыслеформа. Получается, что мы имеем 4 канала восприятия, 4 основных. Мы видим, да, мы слышим звуки, мы чувствуем какие-то ощущения, там жарко, там холодно. И мы 4-й канал понимаем, зачем это все. Вот представьте какой-нибудь канал выключить. Ну там, прикиньте, звук выключить. То есть вы бы меня не слышали бы самолета, но просто посмотрели на... Вот выключили один канал, да. Все, уже картинка смазывается. Если мы 4 канала в себя воспринимаем, анализируем, да, понимаем, зачем это все делаем, то можно, оказывается, эти 4 канала проецировать, создавать. Входить в состояние, например, визуализируя какую-то цель, вот это сейчас тема визуализация, там, представь свое, там слайды, вот, в Зеланде слайды. Крутая техника. Но если мы имеем в виду в АКД, то это более полная версия мыслеформы, визуализации и вообще конкретно вход в состояние, в котором ты будешь. В будущем и там, где твое намерение реализовано уже. Оно не реализуется, оно уже реализовано. Нужно войти именно в это состояние. И ты начинаешь создавать. Например, выбираешь какой-нибудь день для себя, определяешь. В этот день твое намерение реализовалось. Просто сейчас возьмите какую-нибудь задачу, цель, да, намерение свое. Что бы вы хотели, ну, в ближайшее там время, там, в ближайший год, на этот год примерно. И... Представьте день, в котором вы прям четко понимаете, что все, оно случилось. Все, вот этот день произошел. И вы начинаете заполнять в сознании первый канал, визуализацию. Какая погода в этот день? Где вы находитесь? Вам нужно увидеть. Ну, не увидеть, представить. А сгенерить эти картинки. Или придумать, там, какая страна это будет, кто с вами рядом находится. Дальше. Вы мало того, что просто представляете, причем все сейчас по-разному это делают, но очень важно представлять с двух ракурсов. Первый ракурс – это из глаз, как вы сейчас на меня смотрите. Да? Вы же меня сейчас видите из себя, да? Из головы, из глаз. А второй ракурс, представьте, что вы смотрите на себя, смотрящего со стороны. Можете так абстрагироваться? Вот посмотрите на себя, когда вы смотрите на меня. Ну, либо куда-то, неважно, да? То есть вы видите себя сидящими. То же самое, вы этот день у себя в сознании проецируете, создаете. Погода, день, время суток, кто с вами. И вы из себя в этот день смотрите, как вы одеты, кто вокруг вас. Вот как это, да, в этой игре компьютерный Doom, да, раньше была еще какая-то, кто ходит там.
Это первый режим визуализации. Второй режим – это со стороны. Ну, там дом, например, да, ну, самое-то простое. Самое простое, что у наших получалось, это приобрести себе дом, машину, еще что-то. Вот так просто, через какое-то время. Если все правильно, четко сделать, у тебя это происходит. Я сейчас объясню, на основе чего. Ты, получается, что ты видишь, как ты входишь в дом, и видишь другой ракурс, как ты входишь в дом со стороны. И нужно максимум детализировать. Вот прям, ну вот, насколько можете. Детализация вплоть до того, как вы видите складки на одежде. Вы видите, там, не знаю, короче, что угодно. Там, стрелки на часах или там, какой кафель у вас в доме. Что вот прям по максимуму, даже до чего можно придраться. Вы сознание наполняете вот этим образом максимально с двух ракурсов. Один, второй. Переключаете камеру. Ну, в какой-то позиции задержались там минуту. Другой ракурс тоже минуту. Дальше вы накладываете звуковую модальность. Что вы там слышите? Соответственно, если вы входите в дом, это может быть что угодно. У нас так экзамены сдавали, в МГУ поступали. Экзамен сдан, то есть и была визуализация на то, что девочка выходит с зачеткой из кабинета, и она видит себя, слышит, какие звуки и так далее. То есть и она попала прям ровно в эту ситуацию, что визуализировал, прям один в один. И говорит, на долю секунды понимаю, что это уже было, дежавю ловит. То есть когда в эту ситуацию попадают, они ловят дежавю. И даже бывает такое, что дежавю – это то, что вы когда-то мельком сгенерили, и вы просто резко, ну прям четко попали в эти действия. И опять же, на примере дома. Вы входите, что вы слышите? Как ваша, не знаю, обувь там стукает или как открывается дверь? Это все является частью гипноза. Гипноз работает, да, просто в какую сторону вы с ним взаимодействуете, на что вы заряжаете эти все инструменты. Дальше вы накладываете на эти картинки звук. Вам нужно прям буквально услышать это, что там. Потом идет кинестетика, канал ощущений. Ощущения бывают разные. Смотрите, вот что вы сейчас чувствуете телом? Кроме сомы. Сейчас идет еще энергия, но вот если вот тепло, жара, да? Что еще? Прикосновение тела к коврику, да? Ветер иногда. Да? Это тактильное ощущение. Запах – тоже тактильное ощущение. И нужно вот эти ощущения воспроизвести там, в этот момент, когда ваше намерение реализовалось, произошло. Какие там тактильные ощущения? Вы дотрагиваетесь там до ручки. Или там вы идете, вы чувствуете, да, что вы идете. Вы даже чувствуете свою одежду. Тоже тактильное ощущение. Какой запах там? Если мы имеем в виду кинестетику, ощущения как раз-таки тактильные, вот запахи, то, к чему мы прикасаемся, вот это все нужно воспроизвести в медитации, ну или просто в любой удобной позе. Дальше, при этом всем нужно держать картинку реализованного события. Оно же должно реализоваться, не то, как вы его реализовываете, да, там, на пути. И держите картинку, слышите звуки, чувствуете тактильные ощущения, прикосновения, запахи и так далее. Есть еще один вид ощущений, это вот радость от того, что ваше намерение произошло. Вот представьте, ну или почувствуйте, вот представьте, допустим, что прямо сейчас ваша мечта осуществилась. И какие ощущения в теле возникают? Радость и планирование следующее. Отлично. А где это? Где? Везде. Тепло где? Везде. Где живот? Вот здесь, да. У кого где еще? Сердце. Видите разные места? А еще где? Ну, так энергия поднимается по лицу. Это значит, что по сути, вы, когда прорабатываете картинку, визуализацию,
прорабатываете звуковой канал, тактильное ощущение, когда вы доходите до кайфушки от того, что у вас это реализовалось, ваше тело в этот момент начинает генерить энергию. Рубите фишку. То есть вы цепочку запускаете процессов. Сначала это образ, потом это звук, потом это тактильное ощущение. И потом, а как мне от того, что моя мечта осуществилась? У тебя сразу бах, пошла энергия. Она может быть здесь, бабочки в животе, сердце там. Это может быть солнечное сплетение. Это может вообще по всему телу. И вот представьте, у вас происходит запуск на образ, ваше тело реагирует выбросом энергии. Это важный критерий, потому что если, например, вы дошли до ощущения кайфушки, да, и вы пытаетесь почувствовать, кайф на мне от того, что моя мечта реализовалась или нет, и прикинь, а вам не по кайфу, например, вообще никак. Чаще всего это происходит, когда человек, ну, на примере закрыть кредит. Человек создает ВАКД, да, на закрытие кредита, ну, там какой-то суммы. И как только он доходит до момента, ну, когда он закрыл кредит, у него тело не реагирует. Понимаете? Такое часто бывает, просто из практики говорю. Но когда мы меняем намерение, когда мы меняем вектор, вектор, не знаю, направление энергии на другое, ты не закрываешь кредит, а ты закрываешь контракт, который по сумме больше, чем твой кредит. В 2-3 раза больше, выше. Как тебе? И тогда у человека включается тело. Понимаете? То есть на что нужно обращать внимание? Не на то, чтобы удрать из какого-то минуса, а на то, чтобы прийти к какому-то плюсу. Вот, это тоже учтите. И получается, что вам нужно в любом случае при постановке в АКД сформировать такую цель, такое намерение, на которое ваше тело начнет давать энерджи. В виде по кайфу, в виде тепла, в виде там, каких-то ощущений, которые вам приятны. Тогда у вас идет энергия на эту тему. Дальше. Четвертая модальность – это смысловая. То есть вы энергию запустили, вы держите образ в голове. И тут важно проработать смысл. Первый вопрос, на который вы себе должны ответить сами – это зачем это тебе нужно? Твоя мечта реализовалась, тебе это зачем? Короче, у тебя дом появился, тебе зачем? Что? Ну, для чего тебе конкретно дом? Мне нужен для того, чтобы там вот это, для того, чтобы вот это и чтобы вот это. То есть, как только ты отвечаешь себе на вопросы конкретно, для чего он тебе, переходишь к другому вопросу, к следующему, очень важному вопросу. Какая польза будет окружающему миру людям, которые тебя знают? Людям, которые тебя не знают, какая им польза будет от того, что у тебя появился этот дом? Ну, или там машина, что угодно, там, или там уехал там в поездку, или ты там диплом получил, не имеет значения. Какой профит будет этим людям? И получается, что ты должен ответить. Многие люди на этом, у них идет нестыковка. Потому что себе они могут объяснить, зачем им эта цель, а они никогда не задумывались о том, что будет хорошего окружающим людям. Да? Это очень важно. Почему? Потому что вы формируете связь своего намерения с окружающим миром, чтобы вы как бы этим вопросом и этим осознанием говорите миру, что и тебе это надо. То есть реализация моей хотелки вам тоже поможет. Понимаете? Это идет такая мощная связь. Тогда окружающий мир, люди, события не будут вам мешать на пути реализации намерения. Понятно? Тогда люди не будут мешать. Мир, события не будут мешать на реализации, на пути. Ну, например, у тебя есть намерение. Хочешь машину дорогую, там, не знаю, вертолет, там, не знаю, яхту, да? Ты себе можешь объяснить, зачем тебе эта яхта. Ты объяснила. Теперь ты вот объясни нам, что нам будет хорошего от того, что у тебя будет яхта. То есть, если ты обоснуешь нам всем, да,
чем нам будет польза? Там, ты нас можешь там покатать, не знаю, на этой яхте. Да, может быть, там не покатаешь. Может быть, ты совершишь какое-то там, не знаю, кругосветное путешествие на этой яхте, сделаешь какое-то открытие, и это открытие поможет нам. Понимаешь цепочку? Там вариантов много. И получается, что твоя яхта завязана на том, что нам это хорошо. К примеру, многие люди не могут объяснить вот эту вот как бы связь. Да, они могут сказать, это мне надо, а на всех остальных как бы сорян. И получается, что смысл нужно прописывать с этой точки зрения. Ну и третий вопрос по смыслу. Что будет с этим через 3, 5, 10 лет? Что будет с твоей яхтой через 3 года? Ну, будет стоять, да, будешь плавать. Через 5 лет, может быть, подумаешь о продаже. Или можешь дальше ее эксплуатировать. Через 10 лет, ну, точно продашь. Нужно честно ответить. Но с машинами так, там, 3 года, 3, 4, 5 лет машину вы продаете. Ну, чаще всего. Это нормально. Да, а кто-то, например, скажет, нет, я буду 10 лет гонять на этой машине. То есть нужно для себя понять, что будет дальше спрогнозировать. Честно. Например, отношения, там, семья. Что будет через 3 года, там, дети, там. Что будет через 5 лет, там, еще дети, там. То будет через 10 лет, ну его нафиг, детей уже не надо. Но дети пойдут в школу, там еще чего-то. То есть ты должен развернуть события. Это просто фантазия ваша. Но то, что даже мы здесь оказались, сюда нас привели наши фантазии. По сути. Мы же фантазировали что-то. И вот это мы нафантазировали, что здесь мы собрались. Вот такая вот петрушка. Понимаете? То есть, итак, визуализация самая простая, по сути. Что там представить, да? Ну, как у меня это произошло. Окей, представили. Дальше. Звук, ну, включить, там, воспроизвести тоже просто, да? Там, придумать себе звуки, да, что ты в этом моменте. Дальше. Кинестетику, ощущения. Ну, там, если я в Арктике окажусь, я могу представить, что мне холодно, например, да? Это тоже можно воспроизвести, почувствовать. Дальше. Кайфушку от того, что у вас это произошло, тоже можно включить. И наложить смысл, смысловой ряд. Зачем тебе, что будет хорошего остальным и что будет с этим дальше, 3, 5, 10 лет. И получается, что ты очень глубоко входишь в это состояние. Что касается вот этой кайфушки на кинестетике. Помните, я спросил, в какой части тела у вас это происходит? У кого-то бабочки в животе, у кого-то сердце, у кого-то даже были уши. Уши, прикиньте, да, то есть на кайфушку у них уши включались, ну, тепло, говорит, мне кайфово ушами. Это называется рабочая зона. Рабочая зона – это когда вы после вот этой медитации в АКД, вы запоминаете эту зону в теле, это тот генератор энергии, который тело выделяет на реализацию этой задачи. И дальше с этой зоной работаете. Работаете в каким образом? Первый день, второй день, неделя проходит, две недели проходят. Вы всегда помните эту зону в ощущениях и регулярно прорабатываете в АКД, может быть, там раз там, в день, может быть, раз в два дня. Просто в это состояние стараетесь входить по этому якорю, который включился на это в АКД. Дальше ваше намерение может меняться. Проходит месяц, у вас уже идет изменение, то есть вы уже хотите что-то другое, другого цвета яхту, другой марки яхту хотите. Корректируйте в онлайн-режиме. Это можно делать. То есть намерение не должно застывать на одном, когда вы его сформировали, оно может измениться на дистанции. Это тоже можно корректировать, да. Как же обычно говорят, что если ты чего-то очень хочешь, ты сразу за это визуализируй намерение свое и отпусти. Ну, можно таким способом, просто... Здесь то, что я говорю, здесь держать тоже нельзя. Ты не держишь, ты производишь работу, ты производишь закачку энергии на это намерение. Если вы держите намерение «хочу, хочу, 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 быстрее, 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 быстрее», ты туда энергию не закачиваешь. Ты, наоборот, блокируешь и зажимаешь ход событий. Понимаете? Ну, к примеру. К примеру, как у меня это происходит? Перед тем, как сюда приехать,
я уже за неделю, за две формирую намерение, ощущение в теле, которое у меня будет в момент сейчас. И когда я сейчас уже здесь про это все говорю, мне это уже знакомо. Но это ощущение, да, и вот эту визуализацию я уже как бы прорабатывал до. И когда к этому моменту я подбираюсь, я сейчас в этом состоянии, оно мне привычно, я знаю, что сказать, знаю, из какого состояния это происходит, и мой вакт здесь уже сложился в этот момент. Понимаете? То есть, по сути, оно создается на уровне состояния, но при этом всем я же не трясся, чтобы только так или не иначе, оно же тут тоже корректировки есть. Там Блинков зайдет случайно, лекцию даст. Откуда мне знать? То есть он написал... Мы не планировали. Вот. Мишу Филяева планировали, да, то есть я уже примерно знаю. Но все равно это все в онлайн-режиме корректируется. Опять же, это прям технология. С первого раза может не получиться, а у кого-то реально всандаливать с первого раза очень-очень четко. И просто нужно эту технологию вам прокатать. В АКД прокатать на одном намерении, на втором, на третьем, какие-то взять не сильно крупные намерения. То есть можно крупняк взять, прям много всего, и у вас может не хватить энергии, тяги на это. Понимаете? Поэтому берите не супер крупное. Если у вас крупняк, разбивайте на этапы. Вот. Просто по ВКД, понятно? Сложились пазлы? Поэтому я Сашу спросил про самогипноз. Вот. Но у них профиль, как вы заметили из разговора, у них профиль идет с больными пациентами. Болезни, лечить болезнь, болезни. То есть у них заточен инструментарий на то, чтобы выявлять больных, их исцелять и выводить в норму. А то, что даю я, оно не рассчитано на то, чтобы лечить. Вот в чем фишка. Я не лечу. Мне не важно, какие болезни у кого происходят. Но я могу дать вот этот инструмент. Берите, пробуйте, прокатывайте. И эта штука может сработать очень-очень хорошо. Если у вас этот механизм вы прокатаете, вы потом в жизни... Вот у меня уже ВКД на автомате. Автоматическая функция. Авто. Оно сразу моментально, твой мозг уже тык-тык-тык-тык, алгоритм, и ты уже жик в состояние зашел. Но опять же, чтобы к этому прийти, нужно прокатать ВКД, ВКД. Это, ну, около нескольких месяцев это может быть обработка. То есть вы, по сути, загружаете программу в мозг, в тело, да, вот этот алгоритм. Понимаете? Потому что кто-то визуализирует, но не подключает эмоции и ощущения. Кто-то визуализирует, не подключает звуки. Кто-то визуализирует, да, на холодильник, как это, доска желаний. Только у него только картинка. Нету ни кинестетики, ни смыслового наполнения, ни связи с миром, нахрена это нужно, понимаете? То есть что остальным людям будет с этой доски желаний, что у тебя она, ну, висит. И, соответственно, если ты не прорабатываешь связь с миром, что твоя хотелка реализовалась, да не, можно спать отлично. Сейчас прям такое время классное, потому что, ну, сейчас нужно отдохнуть, потому что вечер будет очень бодрый. И когда ты не прорабатываешь то, что миру будет хорошо от твоей хотелки, то ты, когда идешь вот в жизни, действовать начинаешь в этом направлении, люди не считывают того, что им будет хорошо от твоей хотелки. Понятно? Люди не считывают того, что им будет хорошо от твоей хотелки. Если ты эту тему в начале, на входе проработала, то люди в жизни считывают, что им хорошо будет от твоего намерения. И они как-то бессознательно тебе помогают. Понятно? Вот такая вот петрушка. Yeah.